Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вам на 100% интересно, какой стороной правильно прикручивать диск болгарки, этой или этой. Сегодня мы с вами в этом разберемся. Я, как и многие, устанавливал всегда диск картинкой наружу и закручивал, фиксировал вот этой гайкой от болгарки, так как думал, что вот эта вот заводская шайба, которая идет на всех дисках именно с этой стороны ее нету. Как вы думаете, для чего она идет, напишите в комментариях. Но нужно обратить внимание, на мощных болгарках, на родной шайбе, которая стоит снизу, есть вот такие вот насечки. Конечно, она у меня покоцанная, потому что, когда у меня пару раз закусывал диск, мне приходилось выпиливать по кругу другой болгаркой. По-другому я никак ее не мог открутить разными способами. Почитав и перерыв много информации, я даже писал на завод производителя вот этих кругов, они мне ответили, что на самом деле нет регламентированной конкретной информации, которая говорит, с какой стороны нужно крепить диск, либо с этой, либо с этой. По привычке и рекомендации завода, процентов 90, а то и 99 крепят его рисунком вверх, так же, как и я это делал. Но при таком креплении, когда у меня закусывало диск, он разлетался, я не мог открутить. Я задумался, а возможно ли, если мы его перевернем, и вот эта вот шайба специально сделана для вот этих вот ребристых поверхностей шайбы. Возможно, именно вот так нужно его устанавливать, и тогда проблем с откручиванием диска при его закусывании не возникнет. Но это опять же все в теории, и сегодня я готов провести эксперимент, попробовать одеть диск вот таким вот образом, и специально сделать так, чтобы его закусило и разорвало. А затем уже попробую открутить и проверить, как он будет поддаваться, легко ли открутится, либо придется опять выпиливать. Я еще заметил одну очень интересную вещь. Вот смотрите, есть вот такие лепестковые диски. Крепятся они, естественно, вот этой частью вовнутрь болгарки. Не потому, что этикетку сюда нельзя наклеить. Просто, может быть, производители привыкли клеить ее с этой стороны. Это не имеет значения. Главное значение имеет вот эта железная шайба, которая установлена на диске. Она крепится вовнутрь, то есть к защитному кожуху. Вот таким вот образом. А здесь уже затягивается простая абразивная поверхность обычной гайкой от болгарки. Может, стоит задуматься, какой стороной крепить диск правильно. Как вы считаете? Напишите в комментариях. А я перехожу к эксперименту. Этот эксперимент я буду проводить на свой страх и риск. Вам же не рекомендую лишний раз рисковать, потому что это может быть опасно для вашей жизни. Как вы видите, диск полностью разорван, и сейчас я буду пробовать его откручивать без вырезок и перемоток. Как вы видите, диск без проблем открутился, когда вот эта шайба заводская установлена вовнутрь болгарки. Сейчас попробуем провести эксперимент наоборот. Как вы видите, диск совершенно новый, жалко, конечно, его тратить, но ради эксперимента я готов понести убытки. Вот таким же образом диск порвался. Сейчас будем пробовать его откручивать. Диск открутился, но уже с трудом.
С чего я хочу сделать вывод? Что на самом деле, скорее всего, их нужно ставить этикеткой вовнутрь, так же, как и ставятся лепестковые диски. Потому что я его сейчас с огромными усилиями смог открутить. Конечно, если бы его закусило и порвало прям в клочья, я уверен, что я бы его вообще не смог открутить. Но по сравнению с первым вариантом, этот поддался намного сложнее. Исходя из моего эксперимента, однозначно я теперь буду крепить диски вот таким вот образом, этикеткой вовнутрь. Как крепить диски, каждый решает сам. Нигде в инструкции не написано, как на самом деле их нужно ставить. Еще раз хочу отметить, почему-то на вот таких вот лепестковых дисках вот эта шайба идет вовнутрь болгарки. На сегодня у меня все. Надеюсь, был вам полезен. Желаю всем добра, успехов, берегите себя. Всем пока-пока.